Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Илья Цибульский, я представляю Казахстан, я из города Актобе. Мне 29 лет. Закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Музыкальный колледж по классу кларнета. Но на втором курсе музыкального колледжа случилась трагедия, которая вообще перевернула жизнь вообще. Меня избили зимой, в январе, минус 40 раздели, ограбили и выкинули в этот сугроб за город. Я пролежал где-то часов 6, меня утром нашел чабан, когда выезжал в город. Думали, что я умер уже, отвезли меня в морг, оказывается, я еще решал. И вот пришлось после обморожения ампутировать все 10 пальцев рук. И уже веры не было, что я буду играть. Я перенес много операций по восстановлению рук. Как-то случайно после 3 лет лечения я хотел просто подержать саксофон в этих руках. Оно стало получаться играть. Мама пришла домой, она даже не поверила, что я играю. Она сразу расплакалась. Я понял, что можно как-то, научиться играть. Я взял в руки, просто у меня первая мелодия пошла. I just call, you say, I love you. И давай, я каждый день начал заниматься. А потом я восстановился в музыкальном колледже, где я взял академический отпуск. Все, потом я поступил в Астанинскую академию искусств, Казны. Закончили вместе с этим моим другом Димашем Кудайбергеном, вместе закончили. Я горжусь тем, что вы это делаете, и благодарю вас за то воодушевление, которое вы дарите людям. Спасибо вам большое, Илья. Вам спасибо. Мне очень приятно находиться сегодня здесь с вами. Желаем вам прекрасного выступления. Поехали. Сейчас глянди на заходя, неки жана монайда. Мен сенин эдер кайда жадыра шырайлам. Жарылгандай, сағыныштай. Кайда сені жақсы әнін, жүрегінді жарым бұшқан. Даусында ансадам. Қыздар, апалар, әжелер, келесен сіздер үшін сен сұлу! Жаз көлінде жайнаған, масаты дай жер сұлу. Ақ көк қаздар тойлаған, айдың шал кәр күл сұлу. Өзгеден кейін сұлу. Сен сұлу, өзім сүйіп онамдан, бәрінен де сен сұлу. Сен тұра сен сұлу. Бені, бені. Спасибо. Только обратно.
Я очень ценю, когда артист умеет играть на любом инструменте, особенно на саксофоне, потому что саксофон – это один из моих любимых инструментов музыкальных. Тем более вы и поете, и играете на саксофоне – это нелегко, но это надо быть невероятно суперчеловеком. Илья, вы и есть этот невероятно суперчеловек. Большое спасибо. Здорово, можно вас кое о чем попросить? Да. В Актобе все вас любят, все попросили передать, чтобы вы в Актобе передали большой привет всем мужчинам в Актобе. У вас очень много поклонников. Спасибо большое. Актобе всем мужчинам, всем парням, особенно неженатым. Большой-большой привет! Спасибо тебе огромное за то, что ты не перестал это делать, продолжил развиваться, и у тебя это прекрасно получается. Благодарю тебя за самый настоящий талант, который с тобой всегда и никуда никогда от тебя не денется. Браво! Спасибо. Коллеги, пришла пора голосовать. Я скажу «да». Я хочу видеть этого прекрасного, талантливого молодого человека на сцене нашего шоу еще, и я скажу «да». Илья, я говорю тебе «да». Спасибо большое. Будьте счастливы и здоровы. Ты тоже, дорогой. У тебя 3 «да», и ты проходишь следующий тур. Браво, аплодисменты.